Хей, окей, с вами Шмики, мы продолжаем родить игру под названием Borderlands 2. Окей, мы с вами вернулись все-таки в убежище. И столько заданий, сейчас немного пофризит. Давай, давай, все? Да, все. Давайте что сделаем? Сначала я зайду в черный рынок. Кто тебе про меня рассказал? Я его убью. Так, здесь 50 нужно, снайперка нужна... Может, снайперку давайте купим? Мне снайперка и дробовик теперь нужен. Давайте снайперку куплем. Или снайперку до конца улучшим. А, давайте. Короче, прокачиваем еще и вот до 20-ки, и все. Дальше мы прокачиваем дробаш. Точно, мы же с вами теперь в космосе. А что у нас осталось на той локации? Привет. А, с тобой нужно, Хамелот? Здравствуй, человек-наемник. У меня есть деньги и проблема. Знаешь, почему я не охочусь? Отвечаю. Из-за старого шлюха-молотильника, который едва не убил меня. Наука требует простить его. Чувство мести требует убить его. Сегодня, друг мой, ты станешь моим отмщением. Возьми мою руку. О, бля. Вот поэтому нужно дослушивать задание. Эти кристаллистки настоящие ублюдки. Разве нет? Научный термин. Выясни, откуда они взялись, и я заплачу тебе... маленькую денежку. Это метафора. Я заплачу тебе совсем не маленькие деньги. Это просто словосочетание, которое мне нравится. Вперед! К едким пещерам! При последней встрече старый шлем оторвал мне пару конечностей. Думаю, запах вымонит его из укрытия. Он захочет закончить начатое. Положи мою руку возле логова шлепа на Нагорье. Логово шлепа. У тебя ничего на нас нет, ты зря время тратишь. Хватит, Гатор. Джастин Марк Ди. Сейчас я, ребята, к вам приду, подождите. Чувствую, там будет что-то веселенькое. Привет, Маркус. Как дела? Эй, у меня к тебе дело. Джек взорвал мой личный сейф прямо в моем магазине. Мои ценнейшие сокровища теперь в руках какого-то бандита. Возвращайся к этой яме размером с город и верни мне сейф. Окей, убить скватеров в убежище. Значит, мы все-таки отправимся в убежище, да? Слушай, если у тебя других дел нет, помоги-ка мне. А, на дурака не нужен нож. Так, сумеете ли вы найти убийцу Джастина Макриди? Эй, хочешь расследовать убийство? Я местный помощник шерифа. Один из четверки гаттеров пристрелил вон того парня. Даю тебе все полномочия. Поспрашивай в заведениях Мокси и Зеда. И выясни, кто из этих четырех одинаковых мерзавцев нажал на курок. Иначе мне придется повесить их всех. А на это у меня нет времени. Так, поговорите с Мар... Фрейм, найдите убить, поговорите с Мокси, поговорите с доктором Зеда. Так, у тебя есть пистолет? У тебя есть пистолет. У тебя пистолета нет, но у тебя есть снайперка, значит ты отходишь. У тебя вообще броня какая-то и дробовик. Пистолета нет, значит кто-то из этих двоих. А чем они отличаются? Только видом пистолета. Ну давайте, ладно, сходим, типа, детективное расследование, да, у нас с вами выходит. Погнали тогда сначала к Мокси. 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 Братья Гаттеры? Да. Один из них порвался сюда пару часов назад и потребовал убежища. Я сказала, что ничего не обещаю, а он взбесился. Пришлось вытащить рубин и пару раз пальнуть в него. Его щит поглотил два выстрела, но третий он почувствовал. Нечего угрожать мне в моем заведении. Подожди, поглотил... Поглотил щит. Хорошо, значит, у того был щит. Конечно. Я вытащил пулю из одного гаттера. Я шикарно залатал его. Но этот маленький скунс мне переплатил 6000 баксов вместо 5. Ты же не конфискуешь их, правда? Поговорить с маршалом Фредденом. Пару часов назад я услышал выстрел. Естественно, не обратил на него внимания, пока не услышал крики о помощи.
Нашел этого парня, истекавшего кровью на бетоне, с пулей в глотке. И заметил одного из этих гаттеров. Он убегал прочь. Это все, что я знаю. Подожди, ты говоришь, он убегал прочь, да? Скоро Джек нас уничтожит, это лишь вопрос времени. Ну, только пацан, только у тебя слушай щит. Блин, а что если обвиню? Алло. Я не хочу. Так, в целости и сохранности. Во время нападения на убежище взрыватая волна вынесла из могилы Маркус Фейс. Так, и выбрал где-то из-за чертоги города. Я вообще, блядь, не то читаю. Так, найдите убийцу ужасен. Так, маршал, так время нужна ваша помощь. Один из четырех близнецов. По словам свидетеля, один из братьев Гатлеров убил Джастина МакКриди. Выстрелил ему в горло. После чего вбежал в бар Мокси и потребовал представить ему убежище. Полногрудная хозяйка бара три раза выстрелила в убийцу. Первая и вторая пули попали в щит, так не причинив Гаттеру вреда. Затем убийце была оказана помощь в клинике доктора Зеда, после чего Гаттер отправился домой, где был задержан. Хорошо. Ну, в принципе, чел. Ты серьезно? Только у тебя щит, заметь. Я бы под... А у него тоже есть щит. Ну, подождите. Ну, это понятно, что вот этот будет. Потому что у нас сказано? А убийца жаль, так выстрелил ему в горло, после чего избежал так Мокси. Полногрудая хозяйка бара три раза выстрелила в убийцу. Первая и вторая пули попали в щит, не причинив Гатлеру вреда. Затем убийца была оказан помощь в клинике доктора Зеда, после чего Гатлер отправился домой. А, ну тут не сказано куда, да, был выстрел? Ну в шею он с дробовика, я думаю, не стрелял бы. Чел, остается только ты, потому что у тебя щит. У этого щита нету. Типа со снайперки ему в шею. Хотя. Вот ты. Ну что ж, раз ты так считаешь. Нет, пока, тупицы! А что за фигня? Не понял. Еще раз спасибо. Я ни хрена не понял. Щит же впитал его, разве нет? Сложно. Тогда давайте. А это, если вот этот использовать? А, ну здесь прицела нету. Блин. На самом деле очень 50-50, потому что я что-то нихера не понял. Чит! Только у двоих был щит, алло. Как может быть мужик со снайперкой? Ладно. Пару лет назад я выиграл два приза на арене Мокси. Сундук с оружием и саму Мокси. Второй приз у меня увел Джек, а первый вор по имени Карсон. Мне лично плевать на оружие, но если хочешь получить его, найди Карсона в песках. А второе? Эй, милашка, есть работенка для тебя. Почему бы тебе не заглянуть ко мне в пески? Нет, извини. Бля, вот самое непонятное было, почему. Он стрелял в шею. Ну, не было ж... Откуда я мог знать, что он, типа, хер знает откуда стрелял? Ладно, ну миссия выполнена, хоть так. Старов, мне это. Коротышка должен сдохнуть. Этот замухрышка разбил один из моих точкоматов. А это можно только пьяному мне и девкам, которых я собираюсь чпокнуть. Он на территории Живоглот. Завали его. И писают задание. Знаешь мою девушку, Лэй? Она идеально. Блондин, дети. Моя родственница, зато дети. Крысы промыли ей мозги.
Вытащи ее из этого людоедского дерьма, ради бога! Отнеси ее любимые цветы, еду. Может, это поможет. Ну, как говорится... Еще, если тебе попадутся порно-журналы с такими нормальными тетками, захвати мне пару, ладно? Найдите журналы для девочек. Да купи уже что-нибудь! Ну, если так смотри, то... Так, подождите. А, все. Загляни ко мне позже, я выставлю новое оружие. Инцест — это дело семейное, да, как говорится? С прискорбием констатирую. В припадке острой паранойи я спрятала свои заметки об открытии хранилища и тут же забыла, где именно. Я буду скрежетать зубами от обиды, когда не принесешь мне эти дневники. Окей, сейчас все сделаем. Я хочу сюжетную. Вау. Так. Сейчас город в безопасности, но что будет, если Гиперион снова начнет обстрел? Щитов у нас нет. А, точно. Сейчас я свяжусь кое с кем. Я уже здесь, здрасте. А, ты еще дышишь? Это хорошо. Он хочет сказать: о, да ты сама кру... Точно. И плюс еще 3 новых задания. Классно. Не успел что-то сделать, уже новое задание. Если бы не ты, мы бы все погибли. Но нам нужен план. Джек все ближе к тому, чтобы откопать воина. Мы до сих пор не знаем, где спрятан ключ от хранилища. С этим я вам помогу. Ты? Черт побери, мы же сказали, чтобы ты больше здесь не появлялась. Пожалуйста, выслушайте меня. А, точно. Давайте послушаем безумный компьютер, который пытался нас убить. А помните, как она сказала, что в хранилище полно разных ценностей? Ключ у меня, я его заряжаю. Продолжай. Ключ заряжается сам по себе каждые 200 лет. Джек терпелив, но не настолько, поэтому он подзаряжает ключ энергии Иридия с моей помощью. Если найдете меня, найдете и ключ. Ключ от хранилища находится в блоке управления ИИ на вершине 1000 порезов. Его охраняют 3 защитные системы. Первое. Силовое поле, которое уничтожает все объекты, не принадлежащие корпорации Гиперион. Силовое поле? Это что, типа стена смерти? Это поле, наполненное чистой термозвуковой энергией, запрограммированное на уничтожение неавторизованных посетителей. Ну да, стена смерти. За ним находится вторая линия обороны. Бункер, оснащенный самыми современными видами вооружения компании Гиперион. Это мне не нравится. После бункера последняя преграда. Дверь, которая откроется только красавчику Джеку. Но это еще хуже. Это ваша единственная возможность украсть ключ и помешать Джеку взять это под контроль. У меня нет времени. Делайте, что хотите, но обещайте, что ни в коем случае не позволите Лилит войти в мою комнату. И что это должно означать? Если она заманивает нас в ловушку, то должна была намекнуть на то, что задача выполнима. Если идем гасить эту сучку, то я с вами. Ловушка там или нет. Если кто-то не вырубит ее, то это ты, солдат. Отправляйся в Гиперионский заповедник. Кажется, я знаю, как преодолеть первый барьер. Окей, теперь мы забираем еще 3 задания и отправляемся. Выполнять сначала все доп-миссии, а потом уже квест. Платить круглую сумму за доставку результатов экспериментов из заповедника Гипериона. Некоторые очень глупы. Так, я хочу вот этот. Почему-то улыбка дьявола типа такие не ставятся. И что это у него за микросхемы на лице, не понимаю. Нахера себе. И все, да? Крас... Я вот хочу вот этот, он классно выглядит. Так, хорошо, дальше. Походу, это задание у Железяки и задание у Зеда.
А не, опять у этого ремонтника. Инженера. О, тихо, там что-то есть. Ну, 100 пудов там... Да, мало денежек. И ничего не спрятано. Как странно. Ладно, железяк, следующий ты. Взять приглашение. Ну, давайте, я думаю, это быстро будет. Ха, о, железяки вечеринка. Знаешь, я бы пошел, но не пойду. Есть работенок. Мужик, думаю, Роланд будет рад, если ты заглянешь в вершину и поможешь ее. Так, подождите. На горе, пипец. Они сидят заперти в своих домах с тех пор, как заболели черепной чумой. По-любому твоя помощь нужна. Подожди, пипец там это, задание. И все задания хер знает где разбросаны. А почему это типа день рождения и ничего не идет? Блин, сбежал все-таки. Нужно было. Хотя ладно. А в чем пауза? Блин, окей. Железяк, что-то никто не хочет на твою тнюху идти. Осталось Мокси. О, прости, я не смогу. Но передай железяке, что я его люблю. Чисто платонически, а то еще вообразит всякое. Возвращайся, слуга! Пора начинать вечеринку! Я не понимаю, почему там пауза стоит. Типа пауза и все. Типа не время, ничего такого. Я тут запас теплицы и серпантином. Врубай музыку и начинаем вечеринку. Отлично! Гости должны прибыть с минуты на минуту. Веселитесь на вечеринке. 2 минуты веселиться? Железяк. Зачем мне, когда выполнишь задание? Ну, мы типа танцуем, я не знаю. Я думаю, что тайминг не идет. Пипец, вот пицца. Ну, в принципе, да, частично, ты прав. Не стесняйся, разговаривай, общайся с самим собой. А вот тут есть пицца, если голоден. Есть пиццу. Бля, я бы сейчас стрелил и поховал пиццу. Да весь... Давай, железяк, эй! Танцуем, ну! Железяк, не расстраивайся, камон! Он задумался, задумался. Может, это оживит вечеринку?
Ну, как? Тебе нравится вечеринка? Да, нравится. Так а почему там не говорится типа слога? Он не сказал, не озвучил это. Действуй осторожно! Смотри, а теперь с нами есть робот. Ну, я думаю, пора заканчивать, да? Спасибо за... спасибо за визит, слуга. Похоже, я заказал слишком много пиццы. Возьми с собой, если хочешь. Хочу. Блять, я бы сейчас... Я бы похавал в реальности. Это была моя лучшая вечеринка! Слишком... Мне его жалко. Тебе деньги и карман не оттягивают? Мне его жалко. А, стоять, вот. Продать, все. Не умирай. Так, у нас теперь есть четвертый слотик свободный. Давайте сюда я поставлю... Шлак. Хорошо, теперь смотрим, ребят, по заданиям. Куда мне выходим пойти? Заповедник, мы еще там не были. Дыра убежища, мы там еще не были. Едкие пещеры, мы там еще не были. Вершина... Так, Нагорье. Нагорье, насосы. Потом в пески. Холодильник, холодильники мы еще не... А, и холодильники мы были, стоять. Ладно, на горе побежали, посмотрим. Не, заданий слишком много. Мы типа все повыполняем, потом сюда телепортнемся и все сразу поздаем, да. Так, на горе, вершина. А, вот эта вершина имеется в виду, на, ну именно на горе. Ну тут нету ничего сложного. Вот холодильники, да, там вот эти херовины большие типа. Они жесткие. Эти нет. Так, загляните в вершину. Как это сделать? Ага. Привет. Расправа с этими роботами была проведена мастерски. И мы, жители вершины, подумали, что ты можешь нам помочь. Так, валяй. Первый пункт плана. Мы все умираем от заболевания мозга. Если ты доставишь нам 3 партии лекарств, мы выживем. И я смогу платить тебе и дальше. Нашему аптечному автомату нужна новая батарея. Поднимись по лестнице к башенным часам и достань из них батарею. Добро. Гиперионов объявляет об удвоении годовых поставок медикаментов. Так, осталось только на... Ага, все вижу. Вы получите целых 2 упаковки аспирина. 2 упаковки аспирина — это много. Это до хера. Ой-ой-ой. Батарея у тебя. Вставь ее в наш аптечный автомат и купи лекарство от черепной чумы. Пожалуйста. Когда я выясню, кто решил, что часы нам нужнее, чем лекарство от лихорадки, он будет наказан. Я кого угодно на ноги поставлю. Спасибо, но нам нужны еще 2 партии лекарств. Следующая партия у гиперионского снабженца, который странствует по Нагорью. Забери у него лекарство. Уверена, что без охранников этот торговец отдаст тебе лекарство по разумной цене. Советую убить их вежливо по возможности. Да сейчас, 5 секунд. Ой, блядь, поработал. Пришел, блядь, читайте. Шиферок. Шиферок, шиферок. Так, таймер пошел. Хорошо. Спрятанные дневники. Сразу убьем 2 зайцев одним выстрелом. На дороге все это. Ну, поехали. О, а так внизу там тоже дорога есть. Стоять. Стоять, блядь.
То ять, блэд. Тут спрятали. Нет, не тут. А где же вы тогда запрятали его? Я скоро. О! Роланд переселил меня в убежище, как он сказал, ради моей безопасности. Но меня трясет от тупых жителей города. Сегодня девушка сказала мне привет. Я спокойно взглянула на нее, а сама беззвучно визжала внутри, соображая, как избежать этого нежелательного взаимодействия. Мое лицо покраснело от напряжения. Кровеносный сосуд в носу лопнул, и из ноздрей ударила струя крови, забрызгавшая нас обеих. Девушка закричала и бросилась прочь. Я была очень довольна, но, боюсь, фонтаны крови из лица — не лучшая стратегия для уклонения от разговоров. А теперь как мне подняться наверх? Жизнь никак, ладно. Погнали вниз. Что, побежали? Здесь машину я по-любому не вызову. Поэтому побежали. И сразу, пока буду отсюда выбираться. Шепчущее ресло. Блять, оно за мной летит. Как это, я не знаю. Песчаная дюна, знаете? Фильмец есть. Не-не, ну нафиг. Как мне лучше сюда выбраться, скажите? 18 уровня, манать. А, бежим прямо. Может, скоро до куда-то добегу. А, найс, до тупика добежал. Ё-моё. Сейчас у тебя укрытие. Не, дробовик помогает все-таки. Как бы то ни было, но дробовик поспасает. Крызиная тварь, отстань. А как отсюда тогда выбраться? Все, меня отравили. Наверх не подняться мне уже. Мосс Блейка. Да, наверх мне не подняться. Мне только бежать. А, вот тут есть, подъем, алло. Я его не видел, все. Валим, 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 валим. Ух, изи. О, пошли в сраку. Окей, тогда. Ха! Здрасте. Вы решили сами ко мне прийти. ГГ. ГГ, что я могу вам сказать? Молодцы. Здоровье, щиты, налетай, покупай. Прекрасно. Ты действуешь эффективно, уважаю. Последнюю партию должны были доставить на лодке, но мы по
потеряли с ней связь. Найди ее. Е-е-е. Крутим, вертим. Так, полетели. В принципе, уже время. Ну, давайте я добью эту локацию. До конца. Тут, конечно, машина неподходящая, но ладно. Ой, вот это вот плохо. Так, нормально, нормально. Молодильники! Осторожно! Сука. Как же вас тут много. Ну опять! Отвязните! А, блядь! Тихо-тихо. Быстро, быстро, быстро! Надеюсь, я тут пролечу. А куда я денусь? Это был бы не я, если бы я не пролетел. Ой, стоять. Так, поехали. Сейчас сюда съездим. Первую точку. Потом там, где у нас закрытая точка. Так, а это мне, получается, нужно сюда, да? Поворот, поворот. Так, где-то здесь должен быть эхосигнал. Те же вопросы встали передо мной сегодня, пока я прибивала дохлого скага к своей двери, чтобы никто к ней не подходил. Для чего Джеку ключ от хранилища? Неужели ключ просто заряжался у меня, пока Джек не вырвал его из моих окровавленных рук? Ждал ли он момента, чтобы обрушить свою мощную Пандору и заставить Риди подняться из-под земли? Готовился ли он открыть новые руины пришельцев? Я исследую этот вопрос, когда сделаю стены своего дома звуконепроницаемыми. Может, это избавит меня от непрерывного смеха жителей убежища. Короче, слабый какой-то этот. Пушка вот эта. Вам полетели. Коррозия в руках, мощь в ногах. Нет, не падать! GG. GG. А мне выбраться туда не было вариантов никаких. Это я где сейчас? Найс. А, не, недалеко. Окей. Главное, чтобы они по бочке не попали. Посрать. Так, теперь как-то наверх нужно забраться. Держи.
Хорошо. Ух ты. Людишек он ваншотит. Они еще и взрываются в конце. Ух. Не знал. Теперь буду знать, что они в конце взрываются. Так, а можно мне найти подъем? Это он здесь, да? Ну, кажется, да. Ай. Ладно, людишек он грохает, окей. Здесь саглы. Убогая скорострельность. А, да. А на урон... Нахуй. Я недооценил тебя, орудие. Я тебя серьезно недооценил? Мне все равно на дробовик нужно патроны. Боча взорвалась. Ой, тихо. В голову ваншот. Новый уровень! Новый уровень. Так, а где этот? То, что мне найти нужно. Что за стоны, блядь? Какая-то как будто порнуха. Так, стоять, вот где оно. Тихо. Счетчик. Один парень сказал, что я красивая. Моя реакция была мягкой. Я просидела 3 часа над ведром, пытаясь блевануть. Я ж не буду атаковать безбашенных, ведь так? Я ж не безбашенный. О, привет. До свидания. Пока, ребят. Так, мы, если что, мы апнулись. Все, осталось поехать за последним ключом. Она очень поворотливая. Везде. Но она прочная. Главное не врезаться ни во что. Так, а последнее это у нас где? Там, где я дрался, да?
Да, на воде. Вот это самый мощный дробовик. В следующей серии, скорее всего, мы с вами прокачаемся. Заново все враги появляются. К моему поведению, но и тем, что он тоже не вызвал во мне отвращения. Впервые мне показалось, что я смогла бы жить в убежище. Отойди! Впервые мне показалось, что я могу выздороветь. Так, оставить доставить. Доставим лекарства и все. Так, на пистолет, чтобы он быстрее бегал. Давай. Готово. Извини за Дэйва. Он... Мы стараемся не говорить с ним. Возвращайся за наградой. Награда. Если бы у меня было 10 таких, как ты, этот город работал бы как часы. Раз наши мозги не нач... Гнить изнутри, можно перейти ко второму пункту плана. К восстанию. Чтобы избавиться от власти Гипериона... Городу понадобится щит, как в убежище, для защиты от бомбардировки со спутника. Если пожертвуешь городу какие-нибудь щиты, я разберу их и построю нам щит. А. Ну, в принципе... Просто сбрось в дробилку щиты, которые тебе больше не нужны. Взять сердцевидные. А сколько у меня хотя бы? У меня только один. Давай я тогда куплю щиты. Добро пожаловать в портативную клинику доктора Зеда. Чем я могу помочь? Желаю удачи. Смотри, с этим надо осторожней. Пули будут заходить в любое время. Так, теперь. Выбросить. Да, именно так. Еще немного щитов, и я смогу построить щит. Я была компьютерным инженером до того. Выбросить. О, как старый управляющий машины умер и оставил меня во главе. Да, ты можешь построить там щит. Ты же баба. Вот если городу... Минутку. А где еще одна щита? Чтобы кто-то сделал старый добрый сэндвич, мы тебя позовем! Спасибо, что высказался, Дэйв. Пока! Классно. Так, выбросить. Я могу начать строительство щита. Принеси мне материалы. Странно на самом деле щит выглядит. Типа, знаете, будет маленький такой купол. Ну-ну. Вы только взорвете
сами себя! Прекратите немедленно! Спасибо за твое мнение, Дэйв. А этот получше даже, чем мой. А, ну... Больше брони, но меньше хп. Еще. Щит вершины закончен. Мне нужна твоя помощь в его проверке. Отправляйся к ближайшему аванпосту Гипериона и подойди к миномету на стартовой площадке. Эй, Карима! Знаешь, что лучше, чем иметь действующий щит? Не быть бабой! Ради бога, Дэйв, заткнись! Ладно, я думаю, давайте на этом, короче, закончим. В следующей серии мы отправимся туда, проверим щит, добьем этот щит сраный. И отправимся дальше. Куда там нужно, в холодильник отправимся, то такое. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.